В России будет создан банк эффективных проектов капитального строительства для повторного использования. Соответствующие документы подписал Дмитрий Медведев. Об этом глава правительства сообщил сегодня в ходе совещания с вице-премьерами. В банк типовых проектов будет помещаться документация на здания и сооружения, созданные на базе перспективных разработок с использованием апробированных технических решений. На сегодня в реестр включены 416 объектов, и он быстро продолжает пополняться оригинальными проектами с учетом требований по геодезии и особенностей климатических зон. До сих пор мы сталкивались не раз с такими ситуациями, когда стоимость объекта капитального строительства, например, того же самого детского сада, в одном регионе или, значит, в соседнем регионе очень сильно отличается. Теперь, если проектная документация признается экономически эффективной, она будет в обязательном порядке, такая документация, заноситься в реестр. И следующий государственный заказчик подобного объекта сможет ее повторно использовать. При этом будут, и я, естественно, это рассчитываю, сэкономлены бюджетные средства, в том числе за счет снижения стоимости разработки проектной документации.